Всем привет, друзья. С нами, как всегда, Злой Слон и Драйвер 51 Рус. Всем привет. Продолжаем катать. Сегодня на манах уже, да? На манчика, да. Сейчас обзорчик сделаем. Пашкин новый проектик по машинкам. Это у нас вторая часть идет к обзору КамАЗа Мастера. И все той же карты. Ну да. Сейчас немножко подправили. Тут поставил Пашка гараж. Я подчинил, подчинил урон. Сейчас а маханем. Ты на карте не смотрел, Диман, кстати, гараж есть? Да, есть гараж. Проверил. Есть. Я сейчас пробовал этот урон. Был гараж. Все, так, пока. Ну все, жмак, я готов. Я готов. Камазик, конечно, вообще. Да, вот если не в урон бы, я бы еще раз на камазик. На мане я звук перепилил. Звук абсолютно другой. Ага, во. Так что, ребята, будем надеяться, что Пашка все это. Блин, ну. КамАЗ. Я бы сейчас еще раз на КамАЗе бы треснул. Пожалуйста. Может, сейчас на мане, потом на КамАЗе. Как ты звук? Ну да. Так, кунг надо мне, да? Вот и фарки починил. Фарки починил. Брызговички. Как они длинные стали. Ну размер я тот брал. То есть как бы от себя ничего не придумал. Блин, ну тут теперь урон у меня не прилетает, теперь я боюсь в поворотах, знаешь, не улететь. Ай! Эх! Тут поворот же тут где-то один, помню. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ёлочка! Да блин, я всю харю себе разбил. Блин, урону поймал 670. Ты не поставил машинки там нигде? Нет. Блин, поехали, я не доеду опять, у меня 600. Поехали, вот сюда рули тогда. А ты куда ты там порулил? Ну-ка. Ты куда ушел, направо? Направо, да. Сейчас. Вот здесь направо, смотри, там, где проскочишь. Вон я дорогу вижу где-то, да? А, вон вижу где-то. Ага. Дорогу видишь там налево. Блин, вот надо было. Я говорю, теперь у меня урона нету, я, блин, теперь боюсь, блин, чтобы не расхлестаться где-нибудь в поворотах. Водительское мастерство. Не, ну ман по-другому, конечно, рулится, чем КамАЗ. Совершенно другие. Другие, как бы, настройки. У него другие, у него абсолютно. Но он пожестче такой. Да, он, короче. Он вообще другой, короче. Я не буду раскрывать секреты, какие преимущества у каких. Причем у каждой машины есть свое преимущество и свои недостатки. Ой, надо тормозить. Торможу. Я опять с мордера снимаю, блин. Давайте лучше отсюда подвесочку поглядим на нем. Все, ребята. Не, здесь тоже он как бы. Он чуть-чуть он пожестче как-то вот. Не знаю, в чем проблема вообще может быть даже. Ну покрутить еще его можно будет. Ты там уже все перекручено, перенакручено уже. Ну да, урон не летит, так аж прям душевненько так. Ну конечно, хочется попрыгать. Мне может кажется, слышь, вот где вот прыжки поубирать немножко деревья в стороны, чтобы после прыжка там не бахаться, или вот в поворотах немножко деревья поубирать, чтобы если понесет, так чтобы не разматывать сильно. Ну ладно, я подумаю над этим. Фига он тебя что-то прет.
Меня догоняешь. Все, я спинтарес плюс починил. Ну да, это я по грязи шкварищу-то, да? Все летит нормально. Хотя ты сервер, у тебя должна быстрее ехать машина. Надо просто спинтарес плюсы одинаковые ставить. Ну да. Чтобы не было. Лыжню! Нифига, обошел меня, да. Вообще, как самолет, как что-то он прет, как самолет. Видишь, починил спинтай расплюс называется. Блин, я в отрыв, глянь, в отрыв пошел. Поэтому все вот эти гонки, вот которые устраивали недавно, знаешь, спинтайрес плюс как у кого настроен, так и прет. Это еще и машину можно подкрутить. Да. Поэтому. Ну это надо, чтобы как бы если хотят друзьями поиграть, то есть дать. Ну по чесноку, да, одно и то же воткнули. Интересные игры, то есть как бы надо уже кооперироваться между собой там. Глянь, как я вообще на отрыв ушел, глянь. О, вот он, вот он! Еху! Охренеть, ну-ка. Охренеть. Я тоже не поймал. Ну и спинтайрес плюс поубирали, мы правильно там эту фигню. Как бы повредили. Если ты мордой впилишься, все равно. Не-не-не, я на колеса вроде. Не мордой. Мордой, да, мордой я поймаю. Ну. Уж вообще охрененно. Смотри, уходишь так. Как на КамАЗе ехать. Вау. Блин. Уж вообще класс. Класс. Подожду тебя, ладно. Давай, чтобы поближе. Заметь, как брызгалички работают. Да, вообще нормально. Как живые прямо. Настоящие резинки. Я все равно смотрю, ухожу. Ну. Что-то ты там перекрутил. Не знаю, я вот О, сейчас будет классно, слушай. Йоу! Не, КамАЗ прыгает по приятнее. КамАЗ, да. Ой-ой-ой-ой-ой. У КамАЗа скорость лучше. КамАЗ быстрее, да? Да. Ага. Но будем... он не такой мощный, как мама. То есть где-то трудно проходимых местах МАН будет быстрее, чем КамАЗ, а на прямых участках будет КамАЗ быстрее. Подвесочка, да, вообще чудесно работает. О, я поворот прозевал. Нифига меня развернуло. Опа. Вау. Охрененно. Классно, красиво так вообще. А, у меня вода ж прозрачная стоит. Ой, стой! Писец, чуть не ушел. Че это у тебя за сальто тут? Вальс на мане Пашка закрутил тут. Ух ты, блин, натуре что-то он тут. Черт побери, нифига его таскает. Все, Пашка хват отдунул. Вперед, пока вам проблемки. Че ты там нифига воткнул? Фиг догонишь тебя сейчас. Вот черт побери. Нет. Ману как-то дрифтует больше. Да. На это может быть, знаешь, что, кстати? Колеса, настройка. Колес надо посмотреть, чтобы одинаковое было. Может там хайби стоит, а на этом медиум. Колеса одинаковые у КамАЗа, да? И МАНа.
нифига ты тут укушал. Вау, нифига его крутит. Ну, все равно, вот как-то, я не знаю, это что-то, честно говоря, непонятно. В том плане, такое ощущение, что как-то вот от самой модели зависит. Может быть, может. Как-то, в принципе, так не должно быть такое. Да ты ушел, дитя вообще. А вот вижу. Наваливаю как могу. Да, елочку с собой внес. Да, без урона-то поприкольнее ехать. Ну, без этого, без основного, да. Который прилетал. Все, ман, по грязи пошел. Заметь, как он по грязи при этом, у него еще по барабану. Ну да, что он вообще такой щит, он где-то по асфальту. Блин, воу, ты... нифига себе! Я улетел. Я нормально скаканул. Это вот где мы воткнулись или нет? Нет, еще не доехали. Писец, что я тут снес. Вот оно, это место. Вот это ты махнул. А вот тут, чтобы не втыкаться, тут надо войти ровно и не попасть в лужицу посередине. А тогда это... отпружинивает и перепрыгивает второй бугор. Получается вообще классно. И вот здесь, допустим, у КамАЗа уже будет, то есть, преимущество. Ну КамАЗ и рулится лучше, он по лесу пройдет. Ну, да. Пройдет уверенней как бы. Ну это кому как. Ну да, у кого руки заточены нормально, как бы, да? То, что вот ман поддрифтовывает, это тоже можно использовать. Ну да, в повороты на нем лучше, если под поворот не входить, как бы. Да. Его просто можно немного закладывать. И вообще боком проходим. Классно, быстрее. Классно, красивенько, конечно, сделано все. Ну да, да, вообще, Паш, вообще офигенно, слушай. Дорожка такая, да? Ну. Водой покрытая вся. Да, смотрите, Паша уходит, уходит. Что-то я нифига... Ты прям Джон Миллиметрон, я не знаю, прям проехал, я думал, все, сейчас точно уйдет. Нет, нифига, смотрите, удержался. Вообще отлично. Ну да, блин, опа, опа, тут надо уже поосторожнее. Уже, я уже начинаю к нему привыкать, он нормально такой. Ой-ой-ой-ой-ой, нифига, елку-то кто посадил там? Вау! Такая прям... Ну... Ай, я задел, меня загло. Так-так-так, врешь, не уйдешь. От Розария Гроч никто не уходил. Я буду первым. Не, ну все равно смотри, он... Как-то ты что-то там, наверное, у меня поршень, наверное, сгорел один. Чувствую, наверное, где-то тут. Не могу я, Паша, вот прям передо мной крутится, вертится, но никак. Вот есть шанс-то с горушечки-то, наверное. Нет, походу, нет шанса. Что-то, Паша, ты там турбину, что ли, вторую поставил? Включил. Нет шанса. Блин, гляди, я не могу тебя догнать. То сначала уходил, уходил, а сейчас все. Ну все, ну вот здесь финиш. О, это что за дорога справа? Ну, это со старта. А, это мы проходили, которого нифига. Да. Слушай, обалдеть. Я здесь хочу рампы такие поставить, которые, знаешь, раллийные, с которых стартуют. Здесь как бы просто ничего не доделал. Нифига он лазит, слушай, пипец. Но. Да.
Так, а где гараж-то у нас? Причем вообще машины собраны абсолютно без нареканий каких-то там спинтеров, плюс какой-то. Все по дефолту. Просто. Блин. Очень тонкая настройка. Вылазь. Давай попробуем это. Поехали, где КамАЗы? На КамАЗах я давайте хочу. Давай на КамАЗе, а я на Мане. Давай. Просто их сравнить. Поехали, где там гараж? А, так вот мы уже. Нифига мы тут дали. Прикольно, слушай. Да. Полный круг по всей карте. Так, надо починиться. Надо гараж здесь все-таки, да, оставить. Да, потому что мало ли вот запаски, или да. Как помнишь, там тогда вот еще были, что запаски ставились там на крышу. Все равно, как бы, мало ли окончательно ты размотаешь машину между этими. Чтоб мог хотя бы остановиться, там что-то подчинить, да, например. Ну да. Ведь нету ничего на КамАЗ. Жалко, что ничего нету. Да, Ман, смотри, сразу дернул. Ну он мощнее, да, чувствуется. Не, ну мне КамАЗик нравится больше по подвеске такой. Прям вообще вот, мягкий, да, вот прям знаю, в аккурат мягенький такой. Он мягенький, да. Мальчик маленько пожёстче. Слушай, да КамАЗ и рулится лучше. Но это все центр тяжести, я тебе скажу. У всех середина четко. Да? Да, даже сторон. А может быть тут кунг что-то влияет? Такое ощущение, что реально, то есть, что-то. Смотри, вот по прямой ты догоняешь меня. Ничего, я развернул тебя. На КамАЗе ты вот так не сделаешь. Все, я развернул тебя. Эх, по старой колье пошел, зараза, подсел. А так уже догнался ты тебя. Давай, нет, только не как тот раз. Писец, Паша, я зарылся. Да не говори, блин, в старую колею воткнулся. Все, писец, едь, выдергивай меня. Старую колею нырнул. Там вроде пошел, просел, но, блин, выскочил, вырулился. А здесь прям в самой воде бах и сел. Опа. Не, ну у Мана тоже подвеска работает. Я даже тянуть, я прикинь, он проседает. Прям тоже прикольно. Все, сорвал вроде. Ага, нифига. Дай-ка я понижайку лучше грублю. Опять зарылся. Ну да, это видно спинтайры от трактора, поэтому что-то тут с грунтом не то. Надо выходить мне сюда, куда-то поменьше делать газульку. Что-то я уже тоже взрываюсь. Ну давай, Диман, вылезай. Да уже вроде. Че, нифига? Да на понижайке пока вот, потихонечку. Не-не, все, утонул походу. Да, слушай, зарылся. Паша пятаки там наяривает, иди спасай. Ничего себе ты там крутишь. Ну да, тут именно что-то с грунтом у меня беда.
Надо вот найти настройку эту, посмотреть, где по грунту настроечка, и тогда подправить. Потому что у меня, я говорю, раньше такого не было. Это что-то вообще. Давай, 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 давай. Тут видно грязька, наверное, может пожестче. Нет? Да нет, ну ты видишь, у меня и КамАЗ, и этот ползет. Давай вылазь и перецепляй меня еще. Да, он, видишь, он у тебя вообще еще спокойно шевелится. А у меня-то вообще мертво стало все. Как утюг. Ну, у меня, конечно, он тоже нелегко идет, но тем не менее. Он вылазит. Надо тут на этих, на них диски подправить, чтобы пачками альфа-канал прописать. Да, надо. А то тогда-то мы еще этого не знали. Я их еще видишь, что я их не тестировал. Я это все собирал, вообще ничего не тестируя. Это все собиралось просто собиралось все. Это первый тест карты, это первый тест. Машина. А по весу они, Паша, как? 20 тонн. Ого. Второй. Вот оно что. Ну все вроде. Блин, ну нифига. Но как мне его сдернуть-то, е-мое. О, пошел. Все, пошел, вылез наконец-то. Дожди. Ух ты, блин. Ну давай, у тебя есть. Все, у тебя уже нет шансов. И все, смотри, просто. Да, смотри, мастер вещи идет. Ну у тебя Иман здесь почему-то быстрее шел. Надо, я говорю, надо скооперироваться, один спинтайрес плюс собрать такой вот, всем своим раздать. Да и можно и в общак выложить, там кому интересно. Да? Это вот на речке-то ты не тащишь. Ну только в одном месте у меня там беда. А так-то в принципе все отлично. Я смотрю, у тебя хоп, и он подсел. Ну да. Он теряет немножко. Ну, зато у меня на прямках нормас. И по управлению он меньше дрифтит, да, чем ман, кстати. О, вообще. Да ладно, только не это. Писец, Паша, возвращайся. Давай до завтра, Дима. Покури пока, да? Вау, идет вообще. Ну-ка, скрин эти бахнут, вау. Нифига ты там прям как на этом разворачивается, как на льду. Да, глянь, надо было мне на повышайку мне надо было воткнуться. Тут не в дрифте, тут руки нужны просто. Блин, ну мне надо спинтайрес вот с грязью разобраться, где там эта прописка именно грязюки. И все. Ну тоже к нему привыкнуть можно. Да не, привыкаешь, как бы, когда. Он даже чем-то лучше. Когда гоняешь вот на этих, как все. Ну... Не знаю, я угоняю, мне вот на нем даже полегче проходить повороты, потому что КамАЗ он цепляется прям он и не идет в поворот. А ман его можно маленько подзакинуть. И за счет этого получается, что монета полегче. Ну все, сейчас на песочке я тебя тут сделаю. Да, навряд. Иман, он как-то меньше прыгает, у него меньше вероятности урон получит.
Стоять! Ты не особо там догоняешь меня. Ничего. Где-то дело времени. Время еще пока есть. Очень долго мучился со звуком на мане переделал. Это вообще это такой гемор был. Кое-как, ну. Не мог найти ничего подходящего. Да, в реке КамАЗ подздыхается. Подздыхается, да. Ну вот напрямую, конечно. Блин, я не думал, что этот КамАЗ будет по грязи, я думал, он будет медленнее. Он сладкий прел. Goodbye, my love, goodbye. Блин, там же где-то впереди эти вагончики, ё-моё. Не протупить бы, не въехать. Подвесочка как вообще в идеале поработает. Так, тут надо нам приблизить камеру. Вау. Вау! Ух ты, ё-моё! Поворот, поворот, поворот! Поворот! Поворот. Писец, я что-то тут подловил. Деревце. Второе деревце. Что за я пошел тут сшибать? Решил все деревья пособрать. Да что-то да, что-то меня тут потащило. Расхлестал КамАЗа чутка. Блин, нет, 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 да, нет, нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, нет! Блин, я прямо ушел. Ё-моё. Вот это да, вылезешь тебе по цепите. Ну, вылазил. Что-то ручник, слушай, нету ручника, что ли? Есть. На КамАЗе. Очень тяжело держать такую машину. Ручник только на заднюю ось. И поэтому он так такой вес. Такой вес не держит. Фишка в том, то, что, короче, в поворотах мы уже маленько с него закладываем. А если на все колеса делает, то он просто, короче, колом встает и он прямо идет. Красиво, да? Да я не тормозил, я думаю, сейчас тормозну, меня вообще скинет туда. Я поэтому газ вообще сбросил и думаю, дай-ка я так попробую. Потихонечку. Да вообще классно, классно, слушай. Мне вообще прям нравится. Так, вот тут. Попрыгнул. Оп! Тут жестко. Вау! Вот это номер. Эх, о, блин, слушай, ману верно проходит дистанцию. Это надо покататься, просто прикататься к ним. Да. Управление сносное, можно прикататься, можно, ну, управлять. Да, да. Держится.
потренироваться и нормально. Да, блин. Ёлы-палы. Ну, не настолько уж и медленный мандель. Ну да, да. Тоже такая, если вырвался, догнать довольно сложно. Не, ну тут видишь, мы-то едем, как бы притормаживаем друг друга, там вытаскиваем, что ждем. Так-то вообще тут отрывы такие были бы вообще сумасшедшие, как бы. Если бы, да, не стоять. С другой стороны, он вперед ушел, летел, летел, влез, зашел, поймал, пошел курить. Ну да. Блин, у меня солярка, слушай, кончается, у меня 58 литров осталось. Я тоже. А потому что не полный бак был. А, ну в горах. Заправку будем делать. Ну да. Ну да, короче, заправка, да, наверное, полный пригодится. Комплект с самого начала ставит. Блин, блин, вот здесь на мане легче вообще намного, чем на Камазе. Вообще легко прошел. Ну, потому что он дрифтит как бы жопой, да, больше. Я вообще просто боком прошел поворот, все, выровнялся, хоп. Да, блин. Все, уже полетел. Ну, когда... далеко ты взял что-то. Ну, что-то как-то... как-то шибко. Давай вахнемся теперь. Ты на КамАЗе, я на Мане. Давай. Так. Куда тут? В какую дорогу? Во вторую? Да, на следующую, да, да. Вообще, вижу. У тебя горючки-то хватит? Ну, я не знаю. У тебя сколько на мане? 200. А, ну я два круга еще проехал. А, 200, уже, короче, можно заправиться. Нет, ну я же на КамАЗе заезжал, затянил его. Или что это чинил-то? КамАЗ, да? КамАЗ чинил. И считай, впритык мне хватило. Но у него бак 350. А тут все равно в гараже 200 дается максималка. 200 дается. Но ты еще газовал там много. А, ну буксовал, ну. Ох, я так сейчас как сейчас сяду на мане. Слушай, КамАЗ улетает просто, смотри. Да. По сухому, по прямой не явно примет. Да, ман с этим заносом в жопу лучше проходит повороты. Видишь, я даже тебя легче догнал. Смотри, догнал тебя. Он легче проходит. И все, и ты КамАЗ опять... он, потому что он, считая разворот в другую сторону, а он пытается прямо ехать. Ты опять пошуршал, смотри. Он не заворачивает. Он, видишь, что я колеса вырвал, и равно прямо, считай, идет. А ман у него жопу потаскивает, он ловчей заходит. Я вот здесь думал, у мана будет преимущество. КамАЗ нифига тоже вырывает тут нормально. Да, через воду он вообще и по грязи просто летит. Просто летит, слушай. Надо ману еще дыру подкинуть. Куда? Он и так вообще что-то... читерский ман. Не, ну вот здесь...
ты должен меня обходить, по-моему, забыл. Ну, как сейчас, допустим, происходит. Это я, считай, по старым колеям тут даже шкварил. Это так вот, я как бы я задумал вот так. Ничего себе, я ушел. Что, да, я вот так и думал, то что КамАЗ у этих речках маленько похуже идет, он будет. Но на прямых, блять. Но на прямых лучше, да? А на прямых, да, но сухих он будет воровать. Ну, соответственно, как создаться какой-то... Конкуренция, борьбы. Конкуренция, да, интересный баланс такой будет. Ну да, ман вообще, слушай, шальной. Он медленнее, но у него дури больше. Ты зря остановился. Да? Вообще не останавливайся здесь. Не, ну, надо тебя, чтобы... А тут... Выцарапываю там... сейчас, блин, кое-как. Я улетаю. Вообще. Вон я по-старому своему. Опа, да ладно. Паша, ты сглазил. Все, сел. Да блин. Нет, назад пошел вроде. Походу назад уже. Все делает. Цепляй. Цепляй. Ой. Я быстрее, быстрее. Да, я тоже сяду. Нам сейчас должен схватить. Все, вроде зацепился, но... Блин, ну жопа прям. Во-во-во, вылезла. Все, полетели. Нифига ты там, ты что творишь там? Точно турбину врубил. Слушай, тут по суше он пошел. Точно турбину врубил, наверное. Ну, смотри, вижу, в горку, ману, речь идет. То есть, где силовая нужна, там будет, у меня будет преимущество. Нифига ты там скаканул. Вообще красиво прям. Вот я боюсь там в узеньком лесу, блин, на мане сейчас. Ох, мотылять. Придется тебе попотеть там. Ну да, считай, дорогу мы тут уже подразмолотили, ты считай. Едем-то. Ну смотри, все равно тебя на КамАЗе не могу догнать. Что ты отрываешься вообще там? Ничего, я не могу, смотри, ты уходишь. Да я притормозился. Ну я вижу. Я уже второй раз вижу. Ну стараюсь не останавливать, чтобы не застрять. Блин, там блин такой. Надо разогнаться. Я в воду заперся. Писец, вот это я встрял. Второй раз, кстати, на КамАЗе, потому что я тоже вылетал. Так, где тут трамплинчик какой-нибудь? Хорошенький. Кстати, ман этап, помнишь, настройка была, он тоже, кстати, у него жопа постоянно гуляла. Да, у него жопа. Я тебе говорю, вот такое ощущение, что это зависит как-то от модели, от самой. Вот я тебя догоняю. Я вижу.
прям это. Вау, нифига ты там скатишь. Мощно вышло. Вау. Да, обалденно. Ёлка-палка. Ёлка-палка нашел. Попалась мне. Дорогу перебегала нигде положено. Вот трамплинчик. Ох ты там. Тут это кульбит. Да. Всё, на баке. Ну, в принципе, там зацепы-то есть, подняться да, за гелер. Ну, я так и рассчитывал, чтобы можно было подняться. Конечно, тоже не факт, что будет просто. Ну, шанс есть. И так всю гонку лидируешь. И лег на бок. Покурить бамбук. Все по газам. Блин, вот тут, мне кажется, трамплинчиков будет побольше таких ядреных. Ай-яй-яй-яй-яй. Есть. Поймал. Место маловато. Да, узко, блин. Если выкидывать, сразу разматываешь тачку. Ну так и было задумано, что-то. То есть, как бы в этом лесу явно будут ошибаться. Так тоже неинтересно, потому что ты круг проехал и приехал на самую машину. Ну да. Как бы тут надо и газовать, и тормозить. Местами. Да, тут так, вот тут где-то ты уходил. Ох, вон, вот да? Видишь, я поймал опять. Все, у меня уже огонь летит. Блин, все, 1000. Хорошо, у меня подарок. А, у тебя все нормально сейчас теперь? У тебя новый КамАЗ? Я его быстро починил и помыть даже не успел. Ну, кстати, вот на мане у меня урона 45 только всего лишь нахватал я. Ну а так бы все вот. Не, ну да, гейм овер. Закончилось. На этом бы, да, этап закончился. Не, ну надо все равно, мне кажется, какие-то запаски, чтобы что-то было. Чтоб мало ли вот так вот, да? Скрипя зубами, ну доехать. Я видишь, что нет, но я как, я техничку хочу же поставить. Я бы сейчас все бросил, побежал бы за техничкой. Ну да. Летел бы сюда на техничке. Догоняешь, да? Я тебя уже уперся в тебя, да. Вперед тебя отпихаю. Погоди, лучше он идет. Немного. Да, значит, все, ну, расчет оказался верен. Все правильно. Ё-моё! Обалдеть! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мамочка. Ой, нифига себе, дерево объехал, видишь? Между трех деревьев на середке там распрорулил. Ну да, блин, местами ман, то есть. Местами. Сейчас да, все, КамАЗ. Местами ман, да. Ну для КамАЗа тут шансов больше. Как бы прямых таких вот участков. Прямых больше, да. Ну или грязи можно где-то докинуть, например. По сути. Да? Можно грязи. Где-то вот, где вот лужи есть, например, можно грязьки подкинуть. КамАЗ будет садиться. Но вот этот участок лучше оставить такой, вот такой скоростной, водянистый, так красиво, он там все в брызгах, так все классно. Ой. Я тебя шваркнул на лёг. Ты тоже, как бы я его и задумывал. Задумывал вот так сделать.
Надо было, может быть, справа, вот, ой, слева сделать, как вот где край карты, озеро какое-то, и чтобы вот это вот лес тоже был немножко в воде так приопустить. Как бы как что-то разлилось там, типа того. Весна, весна, вся фигня. И сюда накапало воды. Так-то, да? Ну да, вот, вот на прямых вот такие участочки, трамплинчики такие, не такие мощные, а такие небольшие такие, чтобы он подскакивал и плавненько при этом присаживался, тоже бы, да? О, ю! О, да, наконец-то свершилось! Я думал, эта ловушка никогда не сработает. Вот тебе и здрасте. Все-таки, да. Все-таки. Это вот именно поэтому сидит здесь эта елочка. Да я что-то с поворота меня закинуло. Когда начинаешь елочку обруливать, и получается, что у тебя машина влево плюет, и все это съедает. Блин, да, а это тяжко перед ему. Перед финишной прямой, прикинь. Подожди, подожди, я повыше подыму. Сейчас, блин, если я приму. Давай! Все, нормас вытащил. Все, погнали. Ну да, блин, вообще так нежданно улетел. Не ожидал я как-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Смотри, обман вообще ровненько вошел. И на прямке сейчас ты меня погнал, короче. Все, постепенно, да, так, да? Да вообще, он смотри, как вставил. Писец. Нет. Так вообще не говори. Елочка, еще елочка, все, блин. Я уже, если честно, я уже третий раз чинил. От полного урона. Нет, я вот сейчас последний раз. У меня 978 урона. Он уже весь пердит, дымит. Наедет еще. Я уже три раза в ноль убил. Не, камай, ну нормально, нормально, я считаю. Да. Вон, нормально зашел. Ну это же тоже, это не финальная версия. Так. Я считаю, первый тест, это еще нам будет все дорабатываться. Все будет это еще тестироваться, еще будет проверяться, перепроверяться, перенаправляться. Да. Ну вот, считай, бака хватает, в принципе, вот этого, то, что в гараже ты заправляешь, 200. 35 вот у меня осталось. А он у тут... тебя сколько объем бак? 300. И 35 осталось. Ну, на команде тоже где-то в среднем. В принципе, на трассу хватает, то есть, как бы. Ну, да, на то и был расчет. Все, писец. Зацепился я за дерево. Дотащи меня до гаража, Паш. Давай тут в леску прям заскринимся. Я сломан. Да, морда разбита. Да. Морда разбита. Набили морду где-то. Да не говори вообще, вообще в хлам. Все, покатили. Так, нейтралку поставлю. Оп. Тяжко, блин, вот тянуть-то, да? Вот что, да, проблематично так чужую машину тянуть? Не знаю. Помнишь, вообще. Мы на чем, на Нивах мы вот так вот корячились-то, еле-еле, душа в теле. Вообще никак. Глянь. Хотя вот если свою машину подцепить, ты покатишь тут вообще спокойнее. А повышайку если попробовать. Идем просто на месте будет. Видишь, трос резиновый он сделал, нафига это сделано, непонятно. Для рывка. Как бы в принципе, я думаю, что наоборот нормально, что для рывка сделал. Чтобы, знаешь, когда дергаешь, ну, да, такой, как бы, чтобы он играл. Блин, ну брызговички клёво вообще, слушай. Как сосиски колбасятся. Прикольно, да? Ну.
Они причем независимы еще друг от друга. Ну понятно, сами по себе как бы каждый. Да. Ну да, забавно. Текстуру смотри, прям резинка, да? Настоящая. Ну да. Надо вот эти крылышки, наверное, красные сделать, как и были. Какие? Ну вот эти сверху фарки на Даффи. На Мане. Зачем? Как прикольно наоборот. Черненькие. Ну, он как-то. Он же черно-белый, черно-красный. Ну да. А как они сливаться будут? Тоже верно. Стопори я им сделал раздельно. У них есть габариты, есть топори. Ну. Как на КамАЗе, так и на Мане. Да, ну так я говорю, тогда-то мы что делали, что ни хрена что-то не умели, да, только начальные да. Такие, и конверты, и все. Ну все, доехали почти. Давай, все, все, есть! Завелся. Ну, сейчас попробуем с топориком нажимай. Так, мне. Класс, у меня какая да. Тачка. Ух. Вот эту штуку я растягивал. Она вообще никак не лезла, вообще никак. Надо этот свет подтушить маленько, слишком яркий. Какой? Такой. Ну, по свету. А. Я знаю, что в ночное время его плохо видно. Сизы надо там крутить. Да, я в курсе. Я тебе просто говорю, потому что ночное время будет плохо. Не, ну там почему? Можно сделать ночью и днем. Я могу потом покрутить свет. Если что. Ну, ладно. Камеру бы из салона, да? Салончики-то у них вот. Ничего водителей даже нет. На этих клевые салончики и на КамАЗе, и на Мане. Да. Вот. Ну что, будем заканчивать на этом видеообзор, ребята, вот такой по катушке нашей на новой карте. Готовится Пашка, ребята. Да, со старыми машинками. Пашка перебирает их потихонечку. С даты выхода пака я, короче, не буду ничего вам говорить, не буду загадывать. Вот. Сейчас очень много реальной работы. Так что вот. На игрушки времени не хватает. Либо меня вон за 2 месяца тут кое-как поймал. Ну, кое-как выловил Пашку. Пощелкаем скрины. Ну сейчас вроде стало маленько попроще на работе, так что я думаю, я здесь буду сейчас почаще появляться, почаще заниматься. Вот. Ссылочка, ребят, на Пашку будет под видео на канале. Пишите. Человек делает карты, человек делает моды. Так что обращайтесь, у кого есть интерес. Ссылочка будет под видосом. И все, и подписывайтесь, конечно, ребят, на наши группы, на наши каналы. Ставьте лайки обязательно. Ставьте лайки, да. И всем будет счастье, как говорится. Да? Да. Вот. И все, на этом будем заканчивать обзорчик. Все, всем удачи, всем пока. Всем пока. С вами был Драйвер 51, Рус и Злой Слон. Все, пока-пока.